Готовь сани летом, а телегу зимой. Согласно этой пословице, воскресенцы пригласили проверить, насколько их дома готовы к зиме на конкретном примере. Так комиссия побывала в доме 2, переулка Зеленый. Ну так, нареканий нет особых. Вот. Желательно, чтобы вода холодная, качество лучше было. Что касается данного дома, здесь мы провели ряд работ, которые необходимы при подготовке к отопительному сезону, в том числе и обслуживание газового оборудования, проверили вентканалы, привели в порядок кровлю, подвал и, соответственно, закрыли полностью тепловой контур, дабы минимизировать тепловые потери в зимний период. Доверяй, но проверяй непосвященному человеку, учесть все требования. Готовности многоквартирного дома к отопительному сезону сложно. На то и школа ЖКХ, чтобы жители узнали, что влияет на теплоизоляцию дома. Доводчик есть, притвор плотный и вторая дверь в тамбур тоже имеется. Давайте зайдем в подъезд, посмотрим остекление. Члены комиссии осматривали также целостность стекол в подъездах, состояние кровли, чердаков, подвалов, теплоизоляции и трубопроводов. В активную фазу вступила подготовка к отопительному сезону, и сегодня мы проверяем готовность наших многоквартирных домов к отопительному периоду. У нас эта акция проходит в разных микрорайонах Воскресенского района. Вот сейчас мы находимся в микрорайоне Лопатинский, также проверяются дома микрорайона Авлянский, наша южная часть города, Белозерский, поселок Фосфоретный. Дома осматривали выборочно, список согласован с территориальным отделом Госжилинспекции. Разные категории домов вошли в этот список. Есть дома, по которым уже сданы паспорта готовности. Если паспорт готовности сдан, значит, считается, что дом подготовлен к зиме. Вот этот дом как раз такой. Паспорт готовности предоставлен, и мы смотрим, соответствуют ли данные, указанные в паспорте готовности, действительности. Проверяли также дома, где есть замечания, а паспорта готовности не подписаны. Выясняли причины. В ходе общеобластной акции, которая проводится в Подмосковье впервые, комиссия вместе с жителями проверила 21 дом. В некоторых обнаружила нарушение, которое управляющая организация должна устранить в установленный законом срок. А жители на практике узнали, готов ли их дом к холодам. Евгения Светлая, Дмитрий Волнов, новости из Крывэкт.